Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И на ваших экранах краеугольная фраза создания и деятельности лабораторий психофизиологического обеспечения, ЛПФО, аббревиатура. Соответственно, эта фраза не моя, она взята из нашей Библии, приказ номер 532 30.08.2000 года, действующий приказ совместный между Министерством здравоохранения и Минатомом Российской Федерации. Этот приказ, по сути говоря, узаконил, ввел в нашу реальную действительность лаборатории психофизиологического обеспечения. И этот же самый приказ определил основную цель создания и деятельности таких лабораторий. Давайте я вам сейчас ее торжественно зачитаю, чтобы вы понимали, для чего, какова наша итоговая цель. Она абстрактно-метафорическая, как любая идея красивая, но тем не менее в ней заложено очень-очень много. Она имеет под собой массу отдельных задач, направлений деятельности и так далее. Все это можно прочитать в приказе номер 532. Взять его можно на нашем сайте в разделе «Документы». Итак, основная цель создания деятельности ЛПФО – это практическое решение, подчеркну, практическое решение комплексных несколько направлений задач по продлению профессионального долголетия персонала организаций, предприятий при повышении с целью, да, повышения надежности человеческого фактора в обеспечении высокой культуры безопасности и качества. Краеугольными словами этой всей фразы является надежность человеческого фактора в обеспечении высокой культуры безопасности. Что такое культура безопасности? Можно почитать в интернете, сами можете посмотреть. Определения, их очень много. Они более или менее конкретны, более или менее абстрактно-метафоричны. Но если выражаться абстрактно-метафорично, я постоянно держу это определение у себя в голове, говоря о культуре безопасности, вот этом словосочетании. Это культура, возведенная в культ. То есть безопасность, она должна быть всегда на первом месте. И это не вызывает у меня никакого сомнения. Я могу об этом говорить часами, приводить массу конкретных примеров, как по деятельности летного персонала, как по деятельности персонала атомных предприятий, атомных производств, станций и так далее. И, соответственно, долго-долго об этом рассказывать и говорить, приводить конкретные примеры. Культура безопасности – это безопасность, возведенная в культ. По сути говоря, это формирование данной культуры в обеспечении надежности человеческого фактора – основная цель деятельности лабораторий. Вот так вот, немножко переиначивая вот это самое определение, данное в приказе 532, дополняя и расширяя это определение. Так об этом можно сказать. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их под этим видео. Ставьте лайки, подписывайтесь под нашим видео. И удачи вам!